Навіне приньомані на телеканалі Білорусь 4 Гродно у студії Вольга Пілянчук. Вітаю вас і глядіть сьогодні у випуску. Кадровый день. Старшиней Гродинского городского выконавчего комитета назначены Андрей Хмель, былый министр ЖКХ. Лёс нерухомости вырашается. За 3 месяца в области продадено у 3,5 раза больше таких объектов, чем летось. Самая великая у Лиским районе. Реконструкция Першамайской школы завершится до 1 жнивня. На будовле что дня працуют 114 человек. Президент країни Олександр Лукашенко провів кадровий день, передає прес-служба білоруського лідера. Серед узгодненняў – нове назначення у ДПК і на посади місцевої вертикалі влади. Рашэнне датычыць і Гродзенскай вобласці. Так, кіраўнік дзяржавы даў згоду на назначення Константіна Моластава новым старшынёй дзяржаўнага пагранічнага камітэта. Да гэтага ён займаў пост начальніка Гродзенскай пагранічнай групы. Анатоль Лапо, які раней узначальваў дзяржпагранкамітэт, звольнены з воинской службы у запас. Андрей Хмель, да гэтага міністр ЖКГ Беларусі, назначаны старшынёй Гродзенскага гарадскога выканаўчага камітэта. Нарадзіўся ён у 1983 годзе ў Лідзе, скончыў Беларускі дзяржаўны аграрны тэхнічны універсітэт. 8 снежня 2017 года быў назначаны на пасаду намесніка міністра прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя. 4 чэрвеня 2020 стаў міністрам жыллёва-камунальнай гаспадаркі. З 30 мая Андрей Хмель – мэр Гродна. Польша закрывае мяжу для грузавых аўтамабіляў з Беларусі і Расіі, паведамляе дзяржаўны пагранічны камітэт нашай краіны са спасылкай на пастанову Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшы. Нагадаем, дагэтуль функцыянаваў адзін польскі пункт пропуску для грузавікоў на мяжы з Беларусю – Кукурыкі Казловічы. Больш за год дзейнічае забарона на ўвоз у краіны ЕС транспартных сродкаў, зарэгістраваных на тэрыторыі Беларусі і Расіі. Цяпер Польша з 1 чэрвеня уводзіць поўную забарону на ўезд з нашай тэрыторыі беларускіх і расійскіх фур. Забарона закране таксама цягачы, прычэпы, у тым ліку паўпрычэпы і аўтацягнікі. Такім чынам, перачэпка беларускіх і расійскіх транспартных сродкаў на тэрыторыі ЕС стане немагчымай. Негледзячы на рашэнне Польшы, беларускі бок прадаўжае прымаць меры для развіцця знешнеэканамічнай дзейнасці, выканання часавых норм пропуску фур і эфектыўнага правядзення кантролю. У рэгіёне ўзраслі продажы аб'ектаў з аўкцыёнаў, паведамілі ў камітэце Гродна аблмаёмасць. Так, за 1 квартал бягучага года з таргоў прададзена ў 3,5 разы больш аб'ектаў нерухомасці, чым за аналагічны перыяд 2022-го. На аўкцыёнах выручана 1 200 000 рублёў, што ў 1,5 раза больш, чым летась. На дадзены момант у рэгіёне прададзена больш за 40 будынкаў, якія атрымаюць другое жыццё. Як удакладнілі ў камітэце, на Гродзеншчыне, як і ў іншых абласцях краіны, ёсць пэўны сегмент аб'ектаў, якія з натуральных прычын выходзяць з гаспадарчага абароту. Каб будынкі не пуставалі, іх прапануюць патэнцыйным пакупнікам. Капітальныя збудаванні могуць быць выкарыстаны па адміністрацыйна-гаспадарчым назначэнні, пад аб'ект бытавога абслугоўвання, ахова здароўя і прадастаўлення сацыяльных паслуг, фізкультурна-аздараўленчым і спартыўным профілі. А таксама могуць быць перапрафіляваны пад патрэбы сферы адукацыі і выхавання, традыцыйных народных промыслаў, гандлю, грамадскага харчавання і іншага. В первую очередь наша работа по вовлечению направлена на выполнение программы правительства, которая была поставлена задача до 2025 года уменьшить количество неиспользуемых объектов до 2% от общего количества неиспользуемых объектов. Для выполнения этой задачи в области, естественно, проводится ежегодная инвентаризация неиспользуемых объектов, составляются календарные графики вовлечения в хозяйственный оборот.
На данный момент потенциальным покупникам у регионе пропонуют больше за 250 объектов нерухомой маёмости. Амаль 100 лотов выставляют на продаж у першиню. До прикладу, в Гродне это будинок былого мединтерната на улице Замковая. Сярод районов по колькости пропонованных до продажу будинков у лидерах Ваукавыски, тут их 47, у Слонимским 43, Щучинским 30, Ашмянским 24, Лицким 15. У нас практически 50% объектов – это объекты бывших социального назначения объекта. То есть это объекты бывшие школы, бывшие детские сады, клубы, ФАПы, ну, и так далее. Расположенные в основном в сельской местности. Сейчас у нас внедряется такая практика проведения электронных торгов на площадке Белорусской товарной биржи. Чем она хороша? Это эти аукционы чем хороши? То есть человек, находясь в любой точке республики, даже не республики, может онлайн зарегистрироваться и принять участие в торгах. То есть никуда не нужно ехать для подачи заявления. С початку года гродзенцы 26 разов покидали ежу на плите без нагляду, что становилось причиной выклику огнеборцев и специалистов аварийных службов. Дякуючи оперативному реагованию удалось позбегнуть человеческих ахвяр и значных материальных страт. Энергогазнагляд у черговый раз звертая увагу на необходимость быть уважливыми при эксплуатации газового обсталявания. Не сушите вещи над пламенем горелок, газовой плиты. Не производите ремонт, замену и перестановку газовых приборов самостоятельно. Перед каждым использованием газовых колонок и газовых котлов проверяйте тягу в соответствии с технической документацией изготовителя. Своевременно проводите техническое обслуживание газоиспользующего оборудования, прочистку и проверку технического состояния дымовых циклонных каналов. Не пользуйтесь газоиспользующим оборудованием в случае его неисправности приборов автоматики при обнаружении запаха газа. В случае обнаружения запаха газа необходимо устранить источники открытого огня, проветрить помещение, не пользоваться электрическими выключателями и приборами и незамедлительно обратиться в аварийно-диспетчерскую службу по телефону 104. Правильно пользование газом в быту – залог вашей безопасности. Запомните, газ только тогда будет вашим добрым помощником, когда каждый человек в семье будет знать и соблюдать правила пользования газом в быту. Один из апошних показальных эпизодов зафиксованы 20 красавика по улице Домбровского у Гродне. Господиня кватеры вырашила разогреть вячеру, поставила на газовую плиту кастрюлю, пошла у покой и сама не зауважила, як заснула. Разбудили яе уже соседи и выкликанные бойцы МНС. У данном выпадку звычайная недбалость могла стать причиной великой проблемы. Иншая крыница погрозы, коли сгас огонь, а газ продолжил исти. У таким выпадку необходимо проветрить помешкание, не корыстаться электричными выключальниками и приборами. У ситуации, коли почули по газу, треба выключить конфорку и неоткладно звернуться у аварийно-диспетчерскую службу по телефоне 104. Обмежование и заборона на наведывание лесу уведены Министерством лесной господарки. Поводле информации на 30 мая, особливый режим мае дошинение до 118 районов у списе усе 6 областей краины. У Гродинском регионе под обмежование на наведывание лесов трапили 15 районов. И по стане на 17.00 30 мая два районы – Вороновский и Лицкий – афарбованы червоным колером. Это сигнализует об том, что наведывание лесов на этих территориях заборонено. Специалисты нагадываются, на сайте Министерства размещена интерактивная карта заборонов и обмежеваний на наведывание лесов. Яна обновляется в режиме реального часу. Данные могут меняться на протягу дня. Перед визитом в лес варто познакомиться с актуальной информацией. До службы готовы. У 557-й инженерной бригаде уручили зброю и технику молодому пополнению. Это традиционный ритуал у воинских частях, який у апошние годы проводится урочисто. На мероприемстве побывала наша здымочная группа. Гэтыя юнакі служаць ужо амаль паўтара месяца. 20 мая яны прынялі прысягу і былі размеркаваны па падраздзяленнях, дзе працягнуць удасканальваць свае ўменні і навыкі, атрыманыя ў так званых вучэбках. Адточваць іх маладое папаўненне будзе з дапамогай зброі спецыяльнай ваеннай тэхнікі, якія ў 557-й інжынернай брыгадзе навабранцам уручылі ўрачыста ў прысутнасці камандавання. Мы ў мірнае время выполняць баявую задачу. Ачышчаць нашу землю ад рыў апасных предметаў времён Великой Отечественной войны.
предстоит освоить эту технику им на этапе специальной подготовки, в дальнейшем сложиться в отделение, в расчеты, вот, и завершить это полугодие контрольными занятиями, то есть так называемый экзамен на зрелость, который пройдет в октябре месяце. В этот период им предстоит выйти на полигоны, на участки местности, принять участие в тактических учениях, в совместной подготовке с механизированными воинскими частями и подразделениями. Сярод молодых военнослужащих 557-й инженерной бригады, водители, саперы, маскировщики, кинологи и специалисты, которые уваходят в склад разликов войсковой фильтровальной станции. Усены повинны научиться по-майстерску справляться со зброей техникой, яку им доручили, как выполнять поставленные перед бригадой задачи. Это и инженерная разведка, и работы по фортификационному оборудованию районов рубежей, создание инженерных заграждений, разминирование местности объекта, очистка воды и так далее, и так далее, и так далее. Требует отличного состава разносторонней подготовки, в том числе взаимозаменяемости расчета. Поэтому ребятам, которые сегодня уже осваивают технику, им предстоит освоить и экскаваторы, и краны. Вот. И амкадоры, которые вы видели сегодня, поступили на вооружение. Ну и по-боевому уметь выкладывать мины, разминировать и на практике применять в дальнейшем. Роман Бякешко прошел в учебку у Печах. Для прохождения терминовой службы был накирован в Гродно у 557-ю инженерную бригаду. Сегодня он разом с иншими новобранцами отримал зброю и технику. По адукации Роман инженер по радиоинформатице. Участие володая еще одной специальностью. Думал, что пойду как-то связано с гражданской специальностью, по связи, что-то такое. Но отправили в военкомате на гусеничную технику, в танкисты. Получил технику вот ГМЗ-3, гусеничный минозаградитель. Устанавливать минные поля на территории Беларуси, если понадобится, или на других территориях. Это ответственность и за машину, и за экипаж в том числе. Но ребята опытные, помогают, все, справляемся вместе со всеми задачами, которые ставили. У одним з Романом экіпажа гусеничного минного загораджальника служит Даниил Выдрыч. Ён у инженерной бригаде уже больше за год. За гэты час, кажа, многому научился, але у военной справе треба постоянно удосканальваться. Мне все очень нравится здесь. Каждый день узнаешь что-то новое. Учишься, разминируешь. Полевые выходы очень часто бывают. Часто ездим в командировки. До конца службы я надеюсь, что я освою все навыки саперного дела. И отслужу достойно, чтобы мной гордились все мои родные и родственники. Без зброї военной техники во все часы нельга оборонять мир Украине и спокой громадян. Те, кому их доверяют, повинны это усвядомить и постоянно удосканальвать умения и навыки. Это дозволить у выпадку небеспеки принять необходимые меры и заступить дорогу тем, кто идет не с добром. Пятнадцать медалёў. Такі вынік удзелу ў прадстаўнікоў Гродзенскай вобласці ў 5-м рэспубліканскім конкурсе прафесійнага майстэрства «Профскілз Беларусь-2023». Пераможцы, уладальнікі дыпломаў 1-й, 2-й і 3-й ступені будуць залічаны ў ВНУ па профілі без уступных іспытаў, а лепшыя з лепшых атрымаць магчымасць праставіць нашу краіну на міжнародным узроўні. Усяго ад Гродзеншчыны ў конкурсе ўдзельнічалі вучні 16 установ адукацыі ў 37 компетенциях. Юнакі дзяўчаты спаборнічалі ў галіне будаўнічых, вытворчых, інжынерных, інфармацыйных тэхналогій, транспарту і моды. Об асаблівасцях сёлетняга конкурсу «Профскілз Беларусь» у дзелі гродзенцаў і іх перамогах у рубрыцы «Каментары дня». С 12 по 16 мая 2023 года в городе Минске проходил республиканский конкурс профессионального мастерства «Профскилз Беларусь-2023». Это конкурс профессионального мастерства для учащихся учреждений среднего специального образования и учреждений высшего образования. Учащиеся конкурсанты соревнуются по различным компетенциям. В этом году их было предложено 49 компетенций. Команда Гродненской области по результатам областных отборов на конкурс предоставила 39 участников на этот конкурс по 37 компетенциям. В этом году нужно отметить, что был расширен перечень для учащихся с особенностями психофизического развития, в том числе инвалидов, inclusive skills. В этой компетенции по этому направлению мы возили
3 участника, и нужно сказать, что довольно достойные результаты были представлены учащимся. Кроме того, учреждения высшего образования представили 5 номинаций, 5 компетенций, в том числе еще и филиалы от учреждения высшего образования, от нашего университета Гродненского государственного имени Янки Купалы, гуманитарный колледж и Волковыский колледж. По результатам республиканского конкурса наша команда привезла 15 медалей. Победители, которые имеют диплом первой, второй, третьей степени, они без экзаменов могут поступать в высшее учебное заведение, что тоже очень дорогого стоит. Это такой вот бонус в этом году. С этим связано вот введение такого порога. И задания были довольно сложные. Компетентное жюри в составе нашего Гродненского региона представляло 41 эксперт, в том числе 3 главных эксперта. Это, конечно, мы всегда гордимся главными экспертами, потому что это люди, которые судят и являются главными судьями всей республики по этим компетенциям. Конкуренты очень сильные. Конкуренты сильные, конкуренты лучшие со всей республики. Но и еще плюс жюри, плюс масштаб организации вот конкурса. Это был футбольный манеж. Это было вот площадок, очень большое количество, 49 площадок. Это был очень такой массовый конкурс, на котором присутствовали учащиеся школ, присутствовали, приходили, посещали учащиеся студенты колледжа города Минска. В этом году нужно отметить колледж техники, технологии и дизайна. Очень достойно выступил. Они представляли 2 компетенции, и в 2 компетенциях они победители. Первое место – веб-дизайн и разработка. Сложный очень конкурс, учитывая то, что главный эксперт не наш. Конкурс достигнут такой в тяжелой борьбе. И второе место у них победное – этот же колледж – технология моды. Молодой мастер, который только первый год является мастером, выпускница этого колледжа, Леончик Олеся тоже достойно выступила. Очень сложные были задания, но вот представили очень достойно компетенцию. Кроме этого, можно отметить, конечно же, победу колледжа гуманитарного. Они представляли 3 компетенции, в 3 компетенциях победы. Первое, второе, третье место. Очень достойные победы у девчат. Колледж бытового обслуживания. Первое и второе место. Вообще нужно сказать, что колледжи в этом году наши очень достойно поучаствовали. Ашмянский аграрно-экономический колледж, кирпичная кладка, 3 место. При том, что были такие победители сильных республиканских конкурсов, российских, да, достойно очень выступил наш учащийся колледж. Поэтому, безусловно, вот отметить нужно и Скидельский колледж, колледж коммунального хозяйства, где были учащиеся с особенностями психофизического развития. И они также завоевали призовые места, 3 места. Значит, победители республиканского конкурса могут заявляться на участие в Евразийском чемпионате конкурса тоже профессионального мастерства, который, ну, как правило, проходил до этой поры в России. Это было и Казань, и город Саранск в прошлом году. Поэтому как в дальнейшем, вот в следующем году, в 24-м, получается, что должен быть конкурс какой-то евразийского чемпионата. Это будет самая великая сельская научальная установа в Лиском районе. У Першамайской школе идет реконструкция. Сгодно с проектом, она разлишена на 255 вушня. До того же до ее будет долученный детячий сад на 66 выхованцев. Сдать объект бытовникам необходимо до 1 жнивня, а тому работы ведутся активно. Ольга Борисевич расскажет. На реконструкцию Першамайской школы было дадено меньше, чем год. Работы начались летось у кастрычнику, а скончиться повинны сёлета до 1 жнивня. Нехто скажет, часу мало, а объемы великие. Але будовники отзначают, коли есть финансование, выполнить поставленную задачу не проблема. Сродки на реконструкцию выделяются згодно с Держинвестпрограммой, а так само с областного бюджету. Работы могли быть початы и скончены ранее, как Европейский банк реконструкции и развития в связи с санкциями не спынил финансование своей ответной программы и выполнил взятые на себе обязательства. Однако без его грошей установа отримает новое життё. Работы уже выполнены на 60%.
Ведется кирпичная кладка пристройки спортзала и столовой. До конца месяца кирпичная кладка будет выполнена 100%. Ведутся внутренние работы. Устройство перегородок. Числа 10 мы должны докончить июня все 100% перегородки внутренние. Ведется электрика, сантехника, подвесные потолки, вентиляция. Все сопутствующие работы ведутся. Устройство кровли. Первый блок у нас, блок А, накрыт. Ведется кровля второго блока. Тоже планируем до числа 15 июня накрыть 100% кровлю, чтобы не текло. Штодень на объекте працует 114 человек. С 1 червня лишба узрасте до 140. У работу уключатся тынковщики, маляры, облицовщики и фасадчики. И хотя покуль тяжко уявить, как будет выглядать научальная установа у Першамайским, будовники запевнивают, до 1 жнивня она будет такой, как у проекте. Трехэтажное здание – это будет детский садик. У вас раньше не было галереи, был одноэтажный переход, а сейчас школа соединилась вместе с детским садиком. Переход трехэтажный. И с трехэтажной части переходим в школу. Здесь пристроили спортзал. Вот это. Он увеличился, его размеры стали 12 на 24 метра. И пристроили в торце пристройку. Также предусмотрено строительство лифтов для инвалидов. Лифты уличные и внутри. Лифт в столовой. Камера хранения в подвале. И с подвала поднимается на первый этаж. Произведена реконструкция главного входа, разобраны наружные стены, выведена кирпичная кладка, делается, и будет главный вход с этого фасада. Эвакуационные лестницы – это в детский садик, ограждение и входы в детский садик отдельно. Модернизованный будет и школьный двор. Тут проведут не только добраупорядкование, але и обсталюют несколько пляцовок. Будет выполнена площадка для линейки. Она выложена с цветной плитки будет. Также ведется строительство стадиона. Футбольное поле, баскетбольное, волейбольное. Оно будет все в резиновом покрытии. Беговые дорожки, 2140 квадратов дорожек будет резиновое покрытие. Директор научальной установы на будовничую пляцовку наведывается як на працу. У яе все на контроле. Треба, каб будовники поспели у термин, а жнивень пошел на наведение парадку в школе и саде и наполнение помешканий необходимыми меблями и обсталяванием. На их набытье так само выделяются бюджетные сродки. У нас появится лингофонный кабинет, кабинет информатики будет полностью переоборудован. Закупки вообще всей электронного оборудования все будут новые осуществляться. Кроме того, предусмотрена полностью замена пищеблока, полностью автоматизированные будут все эти комплексы. Что тычется уплыву реконструкции на научальный процесс, то, по словах администрации, кроме места проведения уроков для детей и педагогов, ничего не изменилось. У залежности от узросту школьники были размеркованы по трех установах района. До февраля месяца, 23-го, мы занимались во втором корпусе, освободив первый корпус. Но первый корпус мы освободили еще раньше. Начиная с марта было принято решение, и наши дети переведены, первые классы были определены в детский сад поселка Первомайский, вторые, четвертые классы в Бердовскую базовую школу, а пятые, одиннадцатые классы определены в восьмую школу города Лиды. Для детей полностью организован бесплатный подвоз, осуществляется он тремя автобусами. Кроме того, организовано бесплатное питание, точно так же, как у нас было. Як бы не было добра у гостях, и дети, и педагоги чакают, коли смогут вернуться в свою школу. Чакают этой подеи и батьки. Мы, конечно, очень рады, что в нашей школе проходит реконструкция именно вот такого масштаба, потому что давно школе требовался ремонт, и, как нам заверили, будет хороший ремонт, новая техника, оборудование, поэтому очень ждем, что дети в новом году придут в хорошую школу с хорошим ремонтом. Детский сад здесь будет, потому что, мягко говоря, на теперешний момент требуется ремонт саду, не только такой косметический. У нас уменьшение количества ни учащихся, ни воспитанников не наблюдается в ближайшие даже 5-10 лет. Поэтому необходимость такая была в этой школе. Тем более, что первое здание, первый корпус построен в 62-м году, второй в 82-м году. И оба корпуса уже требовали капитального ремонта. По попередних данных, 1 вересня за парты модернизованной школы поселка Першамайский сядут 253 вучни. Еще 48 ребят станут выхованцами дитячего сада. И на этом наш выпуск завершен. Я развитываюсь. Сустренимся завтра.
сераду 31 мая у областным центры чакается маловоблачное надворье без ападков. Раницей слупок термометра покажа каля 13 градусов тепла, днем до плюс 21, а вечером до плюс 17 градусов. Ветер паўночна-заходні 2-4 метры за секунду. Атмасферны ціск 756 міліметраў ртутнага слупка. Вільготнасць паветра каля 57% раніцай, 29% днём і 43% вечарам. З улікам усіх метэаралагічных дадзеных, адчуваемая тэмпература паветра на працягу дня будзе вагацца ад 13 да 21 градуса цяпла. У районных центрах 31 мая надвор'е будзе наступным. У Вялікай Бераставіцы, Лідзе і Іўі каля 13 градусаў цяпла раніцай, да плюс 21 днём і да плюс 17 вечарам, малавоблачна, без ападкаў. Вецер паўночна-заходні 2-4 метры за секунду. У Свіслачы, Зэльві і Слонімі прагназуецца каля 14 градусаў цяпла раніцай, да плюс 22 днём і да плюс 18 вечарам. Малавоблачна, без ападкаў. Вецер паўночна-заходні 2-4 метры за секунду. У Ваўкавыску і Шчучыне сіноптыкі абяцаюць каля 13 градусаў цяпла раніцай, да плюс 21 днём і да плюс 18 вечарам, малавоблачна, без ападкаў. Вецер паўночна-заходні 2-4 метры за секунду. У мастах чакаецца каля 13 градусаў цяпла раніцай, да 22 паветра прагрэецца днём і да плюс 18 будзе вечарам. Малавоблачна, без ападкаў. Вецер паўночна-заходні 2-4 метры за секунду. У Ворнаве і Ашмянах будзе каля 12 градусаў цяпла раніцай, да плюс 20 днём і да 17 вышэй за нуль вечарам. Малавоблачна, без ападкаў. Вецер паўночна-заходні, яго хуткасць 2-4 метры за секунду. У Астраўцы, Смаргоні і Навагрудку тэрмометры пакажуць каля 12 градусаў цяпла раніцай, да плюс 19 днём і да плюс 16 вечарам. Малавоблачна, без ападкаў. Вецер паўночна-заходні 2-4 метры за секунду. У Дзятлаве і Карэлічах будзе каля 14 градусаў цяпла раніцай, да плюс 21 днём і да плюс 17 вечарам. Малавоблачна, без ападкаў. Вецер паўночна-заходні, хуткасць 2-4 метры за секунду. Па месяцовым календары малады месяц, а дакладней 31 мая у 16 гадзін 18 хвілін пачнецца 13-ы дзень месяцовага цыклу. Серада будзе не вельмі спрыяльнай. У працы і бізнесе магчымы памылкі і перашкоды. Ад прыняцця важных рашэнняў лепш паўстрымацца і адкласці іх на іншы, больш спрыяльны час. Акрамя таго, даволі верагодным будзе ўзнікненне канфліктаў, што прывядзе да ўскладнення адносін з блізкімі людзьмі. Моцнай таксама будзе схільнасць да імпульсіўных учынкаў і паспешных вывадаў, таму няблага праявіць стрыманасць. Вельмі няўдалы дзень для заключэння шлюбу. Трыццаць першага мая па народным календары адразу два прысвяткі. Па-першае, шэсць дзеваў. У некаторых мясцовасцях прысвятак называлі імем адной з іх – матруны. Па гэтым дні арыентаваліся ў тэрмінах пасеву сельскагаспадарчых культур. Напрыклад, лён пасля матруны ўжо не сеялі. Другі прысвятак, які адзначаецца 31 мая – фядот. На гарадзеншыне гаварылі, калі на фядота на дубе апушка, аўса будзе поўная кадушка. Thank you.
По православным календары 31 мая именины у Александры, Андрея, Диониса, Изабеллы, Христины, Паула, Петра, Симона и Федора. У католиков день анёла отзначать Камила, Сильвия и Виталь.